начали в 1930 или 29, а теперь 1914. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и надрывается, метелит полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб непременно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. Но потом ходит тревожный, но спокойный наружу, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер